Тише, будьте оба. Да оба, я как хочу, тише, так и общаюсь. Мысли как хочу, так и разговариваю. Вот так вот, как хочу, так разговариваю. Вы так же общаетесь. Ты с родителями так же общаешься? Нет. Почему вы так с ними разговариваете? И он меня останавливает изначально, говорит, это у тебя на родине так принято ездить за тонированным. Ну кто такой, чтобы мне такое сказать? Я с тобой так не разговаривал. Вы со мной так не разговариваете. А ваш просто сотрудник уже накалил меня. Ну добей ему ебало. Ну, я ему выпью, набью ебало нахуй. Че вы, блядь, спорите нахуй? Не смогу, что ли, разбить ему ебало? Да при чем тут сможешь, не сможешь, нахуй? Если сильно захотеть, можно в космос улететь.